Привет всем. Так, никуда же не собирались. А засобирались. Позвонили, завтра предложили тут коротенький рейсик сделать. Чтобы его сделать, нам надо запрессовать наши стабилизаторы. Так, болты. Наш впрессовыватель. Резиночек. И надо... Где-то гайка была от вот этого болта. Наверное, она. Короче, нам надо сделать так, чтобы тачка сегодня поехала. Ну, не сегодня, завтра. Что-то не идет. Ну, почему? Пойдет, куда денется. Сейчас я быстренько оденусь. Конечно, по уму я взял, болгарку зарядил. Да ладно, в принципе, что завтра. Завтра можно с рейса, если... приехать почистить. Не буду. Сегодня надо сделать, чтобы машина ехала. Чтобы она ехала. Нам надо взять смазочку. Подушечки спустили. Все спустило. Опустился он. Так, смазочка. Болты смазывать. Модный. Картон сейчас достану. Так. Что мы имеем? Все высохло, да? Вот, да, ну, прикольно смотрится. Пока поедем без значка. Стабилизатор надо, вон он висит у нас, видите. Надо втулки впрессовать. Чтобы их впрессовать, их надо сначала найти. Так, пока сюда положим. Чтобы их впрессовать, надо втулочки найти. Они, по-моему, у меня вот там в ящичке лежат. Так, сейчас заведем, наверное, воздух качнем. Надо посмотреть, сколько солярки осталось. Ой, полезем с этой двери. Оп. Короче, я думаю, сейчас за час-полтора все это сделаем. Масса. За час-полтора сделаем, завтра поедем. Прокатимся. Что надо же? Сайлентблоки купить, блин. Все надо, надо. Че, сколько у нас? 25,1. Нормально. Два дня постоял. Быстро завелся, однако. Вообще. Немного покоптит. Нейтралочка. Так. Что-то у нас. Где-то тут вибрейшены. А! Полка вибрирует. Тахограф стоит на этой, все четко, все, полезу сейчас, резиночки. Нашел я все резинки, странно, у меня, короче, две Фэби, вот они, Фэби, две, а четыре еще есть, короче, вот такие, то, походу, может, это и было Фэби когда-то, но, короче, они, название с них стерлось, они валяются-то уже давно тут, короче, вверх, где потяжелее она, мне кажется. Сюда мы вставим Фэби. Вот эти. Так, комплект запрессовывателя. Шайбу нашел. Все, что, мажем смазочкой. И стоять, Сережечка. Мажем смазочкой. Обильно, не обильно, дело каждого. Но, чтобы легче пошло. Лучше пообильней. Не знаю, с какой стороны запрессовывать еще буду. Сейчас подумаю. Но намажу с двух сторон. Ну, можно и резиночку тоже. Тоже ей не помешает. Смазка меньше сохнуть будет. Наверное. Все, сейчас я настроюсь. И уже когда поставлю, тут все покажу. Вот так, короче, выглядит моя надстройка. Все, сейчас буду крутить болт. И он туда залетит. Короче, с двух подходов она у нас на месте. Разные болты. Тут уже принес другие болты. Потому что первый болт срезает вот так вот. Видите, не хватило ему силы. Все, первая на месте. Она еще усядется там, как ей надо.
Так, сразу запрессую пока с этой стороны, запрессую вот этот. Дабы уже не бегать туда-сюда. По маслу, как по маслу зашел. Все четко. Будем правильно ставить. Сразу соберу. Ну как, наживлю, потом, чтобы затянуть чисто. Они должны так облегать чуть-чуть. И нульц. Видите, нету времени покрасить. Так вот они должны быть. Чик. Нету времени покрасить вот этот крепеж, который я зашкурил. Ну, время будет. Что тут одну заявку сделать. Проверим, как себя ведет машинка. Так, обязательно. Просто обязательно. Побольше. Чик. Отлично. Так, для кресты можно другой стороной, да? Чтобы болт вовнутрь заходил. Еще давайте. Посмазать там. Вот так красивше будет. По поводу практичности не знаю. Но красивше. Все, все, завел, проверил. Думал, цепляться будет, блин. Нифига, он просто рядом стоит. Круто тень. Нульц. Нульц, нульц, резиночки. Потому что та еще, во-первых, эти ходят. Там еще не стоит. Сейчас ту сторону соберу, потом только вместе их затяну. Плюс вот этому сайлентблоку, который вот здесь, он мертвый. Ну а что делать, ехать надо. Вот съездим и закажем как раз его. И будет у нас и черную краску сюда на колпачке. Все завтра. Закажем, блин, наверное, привезут. Ладно, идем вторую сторону собираем. Ну что, все, закончил. С двух сторон. Стоит. Идеальти. Новый. Все новое. А осталось сайлентблоки там поменять. Ну, уже раскачки нет. Все, он стоит. Я уже не могу его раскачать так сильно, как было без сайлентблоков. Уже очень хорошо. Идем, значит, затягивать. Задние надо затянуть. Вот те. Они просто раскручены. Возьмем трубу. И все. Да? Вот эти. Вот там они. Они просто раскручены. Сейчас я все сделаю. Потом уже посмотрим результат. Чудо как. Ну и потом, понятно, надо залезть. Убраться стремяночку, тряпочки туда в угол. Убрать, красочку поставить там же. А это завтра на загрузке. Там у них бак мусорный большой есть. Весь инструмент. Вот как раз повод инструмент весь разобрать. Чтобы... Блин, на улице уже так темно. А кажется, по камере кажется, что светло. Ладно, все, картонку кладу. Пошел я. Быстренько надо доделать и все. У нас даже солярка есть, я проверил, блин. Вообще ничего. Тут не жрет машинка. Расход прям изумительный. Вот и мы когда с вами съездили в тот раз? В Крёкшино, по-моему. На 500 рублей заправиться. Заправились. Или что-то такое. Прям то же самое и осталось. Завтра тоже у нас, в принципе, недолгий путь. Намного не будем заправляться. То надо за стоянку заплатить. Туда-сюда, хоть чтобы рейс этот на пользу пойдет. На сайлентблоки, на шпильки и на стоянку. Может, в пятницу еще что дадут. Да, надо начинать работать. В пизду наше государство ждать. О, бля, оно загонит точно в могилу. Все, ладно, сейчас посмотрю. Пойду. Блин, а уже нифига не видно. А, нет, вот что-то видно. Короче, прибрал потихо. Это все завтра на загрузке выкинем. Это в салон надо, тут надо... разобрать. Ну все, что, я все стабилизаторы, получается, затянул. Он уже его не так уж и легко раскачать. Пойдет. Вообще огонь. А когда еще сами блоки поменяются, так вообще будет пушка-бомба. Так, это надо будет завтра. Или на загрузке, или на выгрузке. Тут тапочки. Ковричек еще один запасной куда-нибудь можно притулить. Короче, это все с салона.
надо будет разобрать. Это очиститель, его можно сюда кинуть пока. Где может грибок? А, вон он там лежит. Сейчас я сюда же и болгарку положу пока. Я ей не пользовался, завтра приеду, краски если возьму. Он и поднялся сразу, красавчик. Завтра приеду, будем докрашивать, так, чтобы не мешало никому. Чтобы завтра нам тут не лазить. Не елозить. Все, сейчас залезаем, закрываем. Завтра поедем с вами в рейс.